Знак доверия. Популярность публика ТВ растет, о чем свидетельствуют официальные замеры. В феврале аудитория нашего телеканала расширилась в 1,5 раза по сравнению с январем. Такой же рост численности зрителей зарегистрирован в целом с начала года по сравнению с первыми месяцами 2019-го. Выше всего рейтинг подскочил в городах и в особенности в столице. В среду с 3 до 5 часов дня публика ТВ находилась на 4-м месте. Позади остались журнал ТВ, первый в Молдове, и тем более про ТВ «Молдова-1» и ТВ-8. В упомянутый временной промежуток каждую минуту наши новости смотрели более 4000 зрителей. Замеры произвела компания HGB Nielsen.